Добрый день. Ladies and gentlemen, good day. Today we launched ministerial meeting, meeting of ministers, finance ministers responsible for trade of the APEC economies. Это заключительный этап подготовки саммита, final stage of preparation for the forthcoming summit that will take place September 8-9. Год, который прошел под председательством России, проходил под девизом интеграция в целях развития, инновации, процветания. Наши приоритеты, которые стали приоритетами АТЭС, были поддержаны всеми остальными участниками, заключаются в следующих направлениях. Это либерализация торговых и инвестиционных режимов, углубление экономической интеграции, дополнительные меры по обеспечению продовольственной безопасности, шаги по совершенствованию транспортно-логистических цепочек в регионе и использование, более эффективное использование возможностей для инновационного роста. Российское председательство провело более 100 мероприятий в год, в течение которого мы возглавляли АТЭС. В ходе этих мероприятий это были и встречи отраслевых министров, и встречи старших должностных лиц, других рабочих органов, семинары, конференции. В ходе этих мероприятий было проработано порядка 50 российских инициатив и проектов. Вся эта деятельность АТЭС, безусловно, органично вписывается в общую усилия международного сообщества по преодолению последствий мирового экономического и финансового кризиса. Сегодня на утренней пленарной сессии мы обсудили две темы. Во-первых, подвели итоги работы за год по проблематике продовольственной безопасности. И, во-вторых, рассмотрели итоги соответствующей деятельности в течение этого года по повышению готовности экономик стран региона к чрезвычайным ситуациям. За рабочим обедом были заслушаны сообщения председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Виктора Христенко и также выступление заместителя генерального директора Всемирной торговой организации по вопросам, вернее, даже, я бы сказал, по проблемам, с которыми сталкивается дохийский раунд ВТО. Сегодня также состоится, после обеда состоится дискуссия по вопросам развития многосторонней торговой системы, либерализации торговли, торговых и инвестиционных режимов и региональной экономической интеграции. Завтра министры обсудят вопросы транспортно-логистических систем и инновационного развития. Результаты этих дискуссий будут отражены в проекте декларации саммита, который будет представлен на рассмотрение лидеров и в совместном заявлении министров. Сегодня подтвердилось, что все участники...